Генеральная уборка. Миссис Вич, вы дома? Здравствуйте, няня Плам. Что вы здесь делаете? Пришла помочь вам в уборке. А это мои помощники Бен и Холли. Здравствуйте, миссис Вич. Так, весна, пора убирать. Ух ты! Это же надо! Какой беспорядок! Да, я совершенно не умею поддерживать чистоту. Просто руки не поднимаются что-то выкинуть. Не волнуйтесь, я сама все выкину. Да, но проблема в том, что все они волшебные и опасные. Кто-то должен за ними присматривать. Что? Даже эта тряпка? Это ковер-самолет из кукольного домика. А где же кукольный домик? Точно не знаю. Значит, и ковер не нужен, верно? А это старое зеркало? Это волшебное зеркало. А это что? Это волшебная лампа. В ней заперт настоящий джин. Ну, конечно, джин. Ух ты! Я уже не уверена, что мне нужна эта уборка. А это что за кошмар? Варенье из слизней. Варенье из слизней? Дайте-ка я это выброшу. Отлично, готово. Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Няня Плам, а эти вещи и правда волшебные? Нет, просто куча старого мусора. Теперь надо куда-то это спрятать. Начнем с варенья. И слизней? Фу, какая гадость! Кому придет в голову такое есть? Ты права. Я спрячу его подальше в буфет, чтобы никто не нашел. Думаю, маме понравилось бы это зеркало. А моей пригодится эта красивая лампа. Возможно, и ковер кто-нибудь захочет взять. Кто-то с полным отсутствием вкуса. Какой милый коврик! Миссис Вич, он больше не нужен. О, но он же не волшебный, правда? Нет! Няня Плам сказала, что это просто мусор. Хотите взять? Да, пригодится. Спасибо. Очень мило. Так уютно. Чистое синее море и золотой песок. Это тропический рай. Тропический рай. Хотелось бы мне там побывать. Это волшебный ковер. Значит так, озорник ковер-самолет. Сейчас же верни меня обратно. Привет, пап. Я принесла маме подарок. О, а где же она? Она уже 3 часа прихорашивается в ванной, готовится к ужину. Так есть хочется. Вот и я. Какая ты красивая! Я принесла тебе подарок. Ой, спасибо, милая. Это волшебное зеркало. Миссис Вич, оно больше не нужно. И что же умеет волшебное зеркало? Говорю правду. Ого! Как интересно. Зеркало, зеркало на стене. Кто самый прекрасный в нашей стране? Вы, королева. О, замечательно. Ну, обычно вы самая прекрасная. А о чем это ты? Ну, прическа сегодня не удалась, не так ли? Ой-ой-ой. Придется начать все сначала. Ну и зачем ты это сказала? Я всегда говорю правду и только правду. Теперь вообще за стол не сядем, а я умираю с голоду. Привет, мам! У меня для тебя сюрприз! Мы помогали миссис Вич наводить порядок, и она выбросила это. Лампа? Просто прелесть. Какая медная. Выглядит ценно. Нужно только почистить. Джин из лампы приветствует тебя. Какой мускулистый. Я исполню 3 желания. Что же нам пожелать? Может, ты станцуешь для нас? Слушаю и повинуюсь. Пусть играет громкая музыка. Да будет так. Хочу вечеринку, чтобы все могли потанцевать. Это 3-е и последнее желание. Не могу остановиться. Я тоже. Хватит танцев, прекрасно.
истратили все три желания. Пока-пока. Но я не хочу всю жизнь танцевать. Пойдемте к королю Чертополоху, он нам поможет. Что ты так долго, милая? Я есть хочу. Готово. Мама, отлично выглядишь. Замечательно, дорогая. Теперь пойдем за стол. Только зеркало спрошу, что оно думает. Зеркало, зеркало на стене. Нравится моя прическа тебе? Честно, не очень. О, ну вот, что же мне теперь делать? Я могу помочь. Не забывай, я же волшебное зеркало. О! Вот так, готово. Это ужасно! Верни мне мои волосы! Нет, так гораздо лучше. Король Чертополох, сделайте что-нибудь! Да никто ничего не заметит! Давайте уже ужинать! Нет, нет, я не выйду в таком виде. Пойду перекушу. Так-так, что мне такое вкусненькое съесть? Ага. Няня всегда прячет самое вкусное на нижней полке. Варенье! На помощь! Помогите! Что это там за ужасный шум такой? Король! Король Чертополох! Я пожелала танцевать на вечеринке, а теперь не могу остановиться! О, неужели? Это все джин из лампы, миссис Вич! Прошу вас, помогите нам! Магия ведьмы, значит? Не могу помочь. Магия фей бессильна перед магией ведьм. Жаль, но не могу. О, мудрый старый эльф, что это вы там делаете? Этот ковер-самолет только что унес меня на тропический пляж. Ну, просто постарайтесь потише, будьте другом. Мои волосы, смотри, это зеркало все испортило. У меня больше не осталось сил танцевать. Как мне его остановить? Ну, зачем вы вообще балуетесь с магией ведьм? Ой, ничего противнее в своей жизни не пробовала. Папа, где ты взял это варенье? Из нянюшкиного буфета. Это же ведьмино варенье из слизней. И самое главное, это волшебное варенье из слизней. О, нет! Что же теперь со мною будет? Вы превратитесь в... слизня. Просто неслыханно! Волшебные зеркала, ковры-самолеты, лампы, варенье слизней. Миссис Вич должна немедленно все это забрать. Миссис Вич! Миссис Вич! О, привет, король Чертополох! Я вижу, вы попробовали мое варенье, да? Да. Скорее, расколдуйте меня, пожалуйста. А слизнем вам быть не нравится? Это приятно, но я какой-то липкий. Ну, так и быть. О, так-то лучше. Миссис Уич, можете остановить этот танец? Конечно. А вернуть мне мои нормальные волосы? С удовольствием. А вы не хотите забрать все это обратно? Мне это больше не нужно. Что? Как? Когда я все это выкинула, я поняла, как приятно избавляться от хлама. Кому-нибудь нужна волшебная кастрюлька? Что нам теперь делать? Эти вещи опасны. Нельзя их просто здесь оставить. Предоставьте это мне. Оу! Что вы сделали с домом? О чем это вы? Раньше у вас было намного уютнее, аутентичнее. О! Лампа будет отлично смотреться вот здесь. Здесь она раньше и стояла. А это отличное место для банки варенья. Где она всегда и находилась. Ковер сюда, а зеркало вот сюда. На своих местах. У вас отличный вкус, миссис Вич. Вот почему у вас здесь так уютно. О, благодарю вас, король, вы такой галантный. Ну, что есть, то есть, стараюсь. Пока, миссис Вич. До свидания, спасибо всем за помощь. Папа, ты правда думаешь, что дом миссис Вич выглядит лучше со всеми этими вещами? Нет, там грязно и дурно пахнет. Но почему ты не сказал ей правду? Иногда стоит сказать кому-то, что у них грязно и дурно пахнет. А иногда лучше сделать комплимент.